Здравствуйте. Посылочку мы получили. Сейчас распечатаем. Коробки, конечно, покоцаны, но надеюсь, что растюхи не пострадали. Это наши хризантемки. Кажется, хризантем от фирмы. Ой, сад хризантем. Да. Ну, тут все, я думаю, что живенько. Посмотрите, как упаковано хорошо. Все саженцы в полном порядке, никто не пострадал. Так, вот так примерно они выглядят. Внешне живые, завтра мы будем их сажать. Распорочка такая удобная сделана для того, чтобы черенки не повредились. Ну, короче, это у нас была очень большая закупка. Мы с этой фирмой работаем уже не первый год. И надеюсь, что и впредь у нас будет все прекрасно.